День дарения книг – один из самых молодых праздников в календаре. С 2012 года он объединяет книголюбов всего мира. В этот день, как и многие другие люди, приходящие в Развилковскую библиотеку не с пустыми руками, я тоже решила подарить одну из книг писательницы Елены Жюрек. Праздник прекрасный. Он популяризирует книгу и чтение прежде всего. А для библиотек это очень полезно, потому что сейчас комплектовать библиотеку – это не дешевое удовольствие, это дорого. А такие акции, конечно, нам помогают комплектовать наш книжный фонд. Весь день люди разных возрастов приносили книги, а сотрудницы детского сада «Кораблик» подарили целую мини-библиотеку, которую они собрали вместе со своими воспитанниками. Марина Чугунова считает, что такие праздники не только повод для радости, но и помогают малышам развиваться. Дети учатся кто-то читать, кто-то познает мир книг. Через книгу же мы можем только общаться, правильно? Если ребенок не научится читать книги, ну а как мы потом будем общаться? Ребенок не сможет связать двух слов. В этом году, благодаря своим читателям, Развилковская библиотека пополнила свой фонд новыми и интересными произведениями, которые теперь будут доступны всем книголюбам. Хотя здесь рады подаркам в виде книг не только в этот праздник, но и в любой другой день. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.